очень сложные. Он прилетел, и мы все вместе в эфире, а не общаемся. В Москве вместе с своими родителями, и у него даже есть такие Еще немного расскажу о Лучезаре Байджиеве, который уже закончил нашу настолько много проектов, в которых он участвовал, что я решила выбрать проекты, которые осуществляют. Активная работа была в Салониках. И мы пообщались уже за последние. И потом уже география, это и Любляна, это и Краков. Какими были, ну, я не знаю, 80-е, 90-е или переход по конец 20-х годов. Который интерес к странам и к художникам, которые родились и работали. Поставить, интересоваться. А в конце концов, это была судьба не только моего поколения, но вот такой мой совет молодым художникам, которые по большей части не живут в больших городах.
пожалуйста, вы покажете первую картинку, первый слайд. Я был бы вам очень благодарен. Очень медленно, что вам сейчас не рекомендую сделать, но можно сделать. Это проблема такая, присутствие в мире. Город такой большой. Ценит все, что случается здесь, все дискуссии, вся глубина, вся сложность. Театра на сцене, и перед ней весь город. Это вроде бы как бы инспирация Мастера и Маргариты, но это пожалуйста. Так, и потом вот. Солнце, воды, и город, в городе София есть гора Витуша, но нету воды, нету большой. Колесо обозрения. Колесо обозрения, которое тоже в то же самое время функционирует. Сказать, что все эти рисунки, это, они связаны с городами, которых, где я жил. И я самое большое, еще две башни, но тогда очередь будут три, и все равно все.
Все. Давайте предыдущий. Все думают по горизонтали, а что, если думают по вертикали? И приподнят, есть старый город, и так. Следующий идея. Там Эрмитаж выставляется, там Пушкинский музей, у них тоже есть проекты, и так далее, и так далее. Мне города. Следующий диапозитив, пожалуйста. И при том, вообще это возможно. Следующий диапустив, пожалуйста. Вот я еще и продумал логу. Я вдруг сообразил, что у меня биография становится все больше и больше, а у меня все меньше и меньше. Художественной карьере, за исключением продажи. Это те деньги, которые кто-то затратил. Вот так, за меня находится он. Там куратором русского участка был Виктор Мизьянов. И всякие там расписки, как это будет? Расписки. Расписки и всякие такие.
показывали в музее «Гараж», когда была выставка коллекции вот такие, как бы кабр, как это будет на русском языке? Ну, как... И как бы сами делают. Это как кнопки. Скорее, но... кнопочки. Кнопочки, да. Вот такой типа кнопки. Так. Фантастического общества, атеизм везде, в Болгарии тоже, и вдруг все, даже самые капитализм, скажем, вера в демократию, все решит как бы как сразу. И вот это в каком-то японском музее. Дело в том, что это такие мужские костюмы, которые... трюкачество, я просто решил если вы, как будет, search, Google search сделаете. Ну, идея 92-го, но реализация 95-го года, это как раз было показано в Стамбульской... формы. А что если сделаем попытки сесть в чужой сим?
сосуществования, вот так и называется, «Стулья и символы», проект мирного природной среде. Это было в 96-м году. Меня пригласили в Австрии, где-то в маленьком совмещение культуры и природы. Местные люди все еще как бы берегут ресторан. На самом-то деле начался Малевичем и Дюшаном. Это две совершенно разные линии, но все они... такая шахматная доска, это совершенно оригинальный рукой сделанный такой объект. Как связать Гагарина с египетской мумией, как бы он вне всякого времени, он был вне нашего. Все еще продолжающийся, называется «В отпуск». И он начался в... И вот это император Александр II, который воевал с турками. Анри IV, который на самом-то деле сделал модерн Париж и модерную Францию. Визуальную культуру среди людей, которые идут за нами.
Визуальная грамотность читать знаки и то, что находится зад. Все стали художниками. Но дело в том, что если ты визуально грамотный человек, это тусовка. Это тусовка мирового художества. Современного искусства такого нету. Я хотела нашим слушателям. Знаменитого художника с болгарскими корнями, и я очень бы хотела использовать эту возможность. Назвала. Так что я буду очень благодарна, если один из лучших знатоков не только Болгарии, вообще в мире. Он на самом-то деле он не сбежал, он просто поехал учиться. Париж, там, где встретился с его будущей супругой Жан-Клод. То, что не все знают, в самом начале 60-х, потом Пьер Рестани, художники нового реализма в Париже. И на самом-то деле вклад в мировой культуре, в мировом современном искусстве Кристо Жан.
стали и так далее. И третье, это схема финансирования. Значит, за рисунки, в которых визуализируется каждый проект, их можно продавать. Они Следующий диапозитив, пожалуйста. Этот проект, он не они в реальностью, они тогда авторами этих проектов, это Кристо и Жан-Клод, из-за того, что было идти, и иногда там было людей, скажем, 10 тысяч. В 2016 года они это проекты обычно реализация. Марксистом из-за того, что он понимает капитализм. И вся эта корпоративная схема финансирования. Surrounded, заграждение, загороженные острова. Очень красивые проекты и ворота в Нью-Йорке. А когда реально Кристо... Это выглядело как Ориент Экспресс, как бы и то же самое, как Айрон Кёртен, как
должны были договариваться с, с фермерами, через которых земель проходила... несколько сотен страниц. Экологические эксперты обследовали, какая будет... будет воспоминание в сознании людей. И в, то, и в это как бы поэтика. Сложным инженерным проектом. Насколько мне известно, в нем участвовало очень много болгар, в том числе материал. Это ворота в Нью-Йорке или Рейхстаг, и менеджер блестящие такие инженерные способности, организационные способности, менеджерские способности. И из-за того, что он, у него всякие такие связи, он молодой человек, все его друзья, которые живут в городе, испытания там делали. Так, и потом вся как бы это было совершенно кричит очень часто или очень много, или который Александр Морфов, режиссер, Олег Попов, писатель, Андрей Паунов. Вот Андрей Паунов здесь.
самый хороший фильм про Кристо, который я видел. Из-за того, что он... в социалистические времена, как бы очень, очень такое холодно. Из этого Андрей Полунов и в детской библиотеке. В каждой из этих людей 30 персон отдельная, очень беседа получилась, невероятно интересный рассказ про ваше творчество, про иностранки в тех видео, которые для нас снимает Культура РФ. И экологии, сбережение экологии как природы и в плане экологии. И еще раз они посмотрят ваши работы и видео. Ну, а мы с вами... А мы смотрим выставку.
Thank you.